матом там кроют в деревнях. Друзья, все власти. Сейчас на эту сцену выйдет потрясающий человек, уникальная личность, Владимир Иванович Ионов. Ему 73 года. Это один из самых твердых людей в нашем государстве. Он выходит очень часто один на одиночные пикеты для того, чтобы выразить наше с вами право на то, чтобы выражать свое свободное мнение. Ему выдвинуты штрафы, огромные, несметные штрафы, более 100 тысяч рублей. Но Владимир Иванович выходит. Он выходит. Он есть, он с нами. Он стал символом свободной России. Владимир Иванович, проходите, пожалуйста, скажите нам. Здравствуйте. Меня попросили выступить перед такой огромной аудиторией. Причем аудитория здесь все воины света. Это, конечно, большой почет. И я сейчас испытываю страх, конечно, гораздо больше, чем я выхожу на улицу с протестом. Меня спрашивают, почему я, несмотря на штрафы и несмотря на давление властей, выхожу. Просто потому, что я гражданин. Я не верноподданный, не пофигист. Я гражданин. Вот, собственно, в этом все дело. Это наша страна, наш город, и мы должны добиваться изменения ситуации. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Молодец! Молодец! Молодец!